Всем доброе утро. Мы шагаем в садик. На автобус идем. Школьники, так как... Давай другую ручку маме. Так как школьники дома остаются, то мы все равно идем в садик. Да, сына? Погода сегодня на улице просто чудесная, ребята. Вообще хорошая погода. Сейчас в садик я приду и покажу, какие полуфабрикаты я вчера наделала. Наморозила. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения, ну и всего-всего самого хорошего. Так, пришла с садика, достала все с морозилки. Что вчера наморозила? Тефтельки. Вот здесь вот поднос. И здесь 3 штуки. Котлетки. Ленивые голубцы. Немножко специально для Марины. И фрикадельки. Посмотрим, как будет доставаться из этой формы. Видите, как оно замерзло? Вот оно, считайте, у меня вот стояло. Вот так вот в морозилке. И места мало занимает. Зато потом достал. Сейчас попробуем вытряхнуть. Немножко постоит. Отойдет и попробуем вытряхнуть из этой формы. Ну, по идее, оно уже вот отделывается, форма легко. Видите? Мне кажется, должно быть хорошо. Ладно, сейчас все убираем это по пакетикам и обратно в морозилку. Ненадолго полуфабрикат-то готова. Знаете, для чего я делала? Когда в Пермь поеду, чтобы мужу было легче готовить, получается, детям. Вот наделала. А вот мясо купить вообще много-много наделать. Как думаете? Смотрите, ребята, какой формы они получаются. В целом, мне понравилось. Удобно. И места мало в холодильнике занимает. Если вам понравилось, то не забывайте поставить лайк. И напишите комментарий, как вы думаете вообще вот насчет вот такой вот формы. Но мне нравится. Сейчас убираю в пакетик и в холодильник. И смотрите, в одной такой штучке 37 фрикаделек получается. Друг на дружка. Ложить и замораживать очень удобно, места мало в морозилке занимает. Обязательно закажу еще себе такие формы. Мне понравилось. Вот такие вот полуфабрикаты у меня получились. Тут 2 пакетика с фрикадельками, тефтели, котлетки и ленивые голубцы. Напишите, какие вы полуфабрикаты готовите и из чего. Будет тоже очень интересно. Если вам понравилось, не забудьте написать комментарий. Всем еще раз здравствуйте, у нас уже вечер. Мы сейчас сидим с детьми, думаем, что нам сделать Егору на день рождения. Ему скоро будет 15 лет, 31 марта. И мы хотим сделать как бы плакат. Плакат необычный. И в интернете все высматриваем. Че она? На автобусе. Василиса, ты зачем на стол лезешь? Мы тебя ругаем по этому поводу, а ты лазишь. Вроде сытый ребятенок, а все равно лезет. И хотела попросить помощи у вас. Бросайте идеи, какие можно плакаты ребенку на 15 лет сделать. Но он уже не ребенок, по сути говоря. Поэтому спрашиваем у вас помощи, так сказать. Не знаю, что-то такое. А потом получается... Ай-яй-яй! Будет Оксана день рождения в апреле на 8 лет. Ну, Оксане-то мы примерно знаем, что и как сделать. Поэтому вот так вот. Ладно, дорогие друзья, будем дальше делать. Ну, а вы не забывайте кидать комментарии, как и что придумать нам. У нас уже вечер. Да, Тайсон. Тайсон хороший мальчик. И мы идем в садик. Что ты рычишь? Что рычишь? Ладно, Светик со мной идет, потому что мы пешком идем.
по разным группам сходить. Такой ветер что-то. Дорожка почти растаяла. Ну, у нас тракторы все. Весь снег смели на тротуар. Поэтому придется идти прямо по самой дороге. Потому что у нас тут, видите, никак дороги узкие. Ну, ничего. Ветер, правда, сильный. А так в целом хорошо, на улице тепло. Ладно, пойдем сейчас заберем детишек. Ну и будем заниматься дальше своими домашними делами. Забрала. Покажи, Ваня, что мы тебе купили. Покажи. Купи. Ваня. Купи. Ваня. Ваня, покажи, что купили. Купи. Все, пошли. Марина, иди сюда. Покажи, что мы тебе купили. Гусеница. Да, гусеница. А Ваня убежал. Ну, сороконожка, да? Это не гусеница, это сороконожка. Мама, у нее еще это получается. Ну, довольная? И Ване купили другого цвета. И идем теперь домой. У нас вечер. Мы с мужем поедем сейчас в город. Надо купить курицу, надо купить растительное масло. Ну и так кое-что для дома продукты. И деньги снять. Завтра я с Машей поеду на прием к нашим врачам. Узнавать, когда нам в Пермь ехать. Деньги Маши на поездку я уже отложила. Все. Так что вот так вот. На улице хорошо. Погода хорошая. Ветер только холодный, а так тепло на улице. Мы сегодня пешком дошли. Ребята довольные такие. Много ли детям для счастья надо? Две гусеницы купить. Ну, мы там больше взяли, конечно, остальным ребяткам, чтобы тоже не обидно было. Ручки зашли, взяли. Да так, тетради кое-какие прикупила еще. Потому что у ребят очень быстро заканчиваются. Ильюша просил ему тоже в колледж туда отправить. В Соликамск, чтобы тетради отправить. Ручки-то что? Ну вот завтра поеду, посмотрю ему. Он сказал 24 листа, на, чтобы тетради именно были. А у меня все или толстые, или тоненькие на 12 листов. Поэтому там будем смотреть. Сейчас жду мужа и пойдем на автобус с ним. Погода вообще хорошая. Ни тепло, ни холодно такое, знаете. Ну, ветер немного гуляет, конечно, а так в целом нормально. Потом приеду, покажу все, что я купила. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Прикольно. Светло. Памятник. Стоим, ждем автобус. Купили, я себе купила попить мажитель. Мы любим такое пить. По акции групп одну коробочку взяла. Ну, остальные покупки дома покажу. И сейчас новая акция проходит. В магните собираются. У меня дети любят собирать вот такие вот наклейки. На кружки всякие у нас. Вот этот тут беззубик есть, по-моему, но с кружкой. Еще какой-то, по-моему, мы брали. А, куколка у нас была, еще какой-то был. Не помню. И вот новая началась акция по 8 июня. Вот сейчас будут дети собирать наклейки. Раз в месяц. Так, дорогие друзья, приехала я уже с города. Показываю в общей сложности, что купила. Ну, давайте начнем с курицы. Курицу купила разную. Акашево и здоровая ферма. Курица у меня вышла... Так, давайте вот по списку. Мажитель взяла. Где он у меня? Вот такую вот коробочку мажителя взяла по акции. Небольшую. Пить захотела очень сильно. Хлеб обычный. Вот такой вот белый взяла. Три. Так, три вот такой белого и два черного. Белый у нас получается по 18. А черный не знаю. А, туалетная бумага за 5 с чем-то рублей. Паштет. Вот такой вот взяла, ребята, да, паштет. Очень вкусный. Потом масло растительное по 82 рубля, 5 бутылок взяла. Курицу тоже 5 штук. Потом кетчуп бутылку взяла. А, у котенка корм закончится по акции. По корм по 89 рублей, да. А, вафли 2 упаковочки взяла. И потом у нас в магазине заходила, еще брала чай. Приношу извинения за Ваню.
А, еще в пятерочке, ой, в магните взяла сметану, вот такой пакетик порвался, 15% пакетик. И у нас в магазине купила сало, знаете, забыла, что у нас дома есть сало. Короче говоря, не считая вот этого, у меня вышло в магните на 2,165. Это вот курица, масло, кетчуп, хлеб, туалетная бумага, корм. Ну и в другом магазине у меня вышло 210, это вот, наверное, 210... 48 и 133. 210 это вот сало, 133 чай. 48 это я пирожок брала. И вот новая акция на кружке в магните. Так у тебя есть такая куколка. И вот эта вот игрушка. А, ты кружку, то это не кружка, это пиалка. Ну вот если накопим наклеечки, то возьмем. Вот такие вот, да, тут их мало. Но это брошюрки потом будем брать. Ну вот в целом, ребята, короче говоря, вот такие вот у меня закупочка. Небольшая, конечно, для нашей семьи это. Ну, насколько-то, надеюсь, протянем. Потому что нынче в Пермь еду, поэтому не могу больше пока позволить. Ну вот пока вот так вот. Ладно, если вам понравилось, не забывайте поставить лайки. Да, вот Маринин. Кто это Марина? Гусеница. О, Оксана вот такая вот. Сороконожки, да. Да, розовые. Довольные. Детям много ли счастья надо? Вот эту вот гусеницу купить. Ваня счастливый был до чертиков. Вместе с Мариной. А Оксана вот такая вот досталась. Тоже с глазенками. Все. Ладно, всем желаю всего самого хорошего, всем желаю добра, здоровья, крепкого. Ну и всех мы вас очень сильно любим и всем говорим пока-пока.